Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112, и я ее ведущий Мирам Кошин-Шерегов. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. В связи с повышением температуры воздуха и установлением сухой, жаркой погоды на территории области резко увеличилось количество природных пожаров и загораний. С 10 по 16 июля по области зарегистрировано 57 чрезвычайных ситуаций, 5 техногенного и 52 природного характера, в результате которых жертв и пострадавших нет. Наиболее крупный природный пожар произошел 15 июля на территории Щербактинского района. На территории Степного и Бауртальского лесничества Ертыс-Урманы происходило местами верховой пожар, горение сухой травы. Площадь ориентировочно составила 850 гектар. В тушении принимали участие силы и средства ДЧС Павлодарской области, города Астаны, Карагандинской области, Восточно-Казахстанской области, департамента полиции, местных исполнительных органов, природного резервата, а также подразделения Министерства обороны. Всего в тушении пожара было задействовано более 100 единиц техники, 6 вертолетов, 361 человек. Пожар локализован 16 июля в 14 часов 14 минут. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. 14 июля в 12 часов 45 минут поступило сообщение о загорании в Байноульском районе в 20 километрах от села Кызылтау. На открытой территории происходило горение сухой травы на ориентировочной площади 800 гектар. На территории Байноульского государственного национального природного парка происходило горение сухой травы и кустарников на площади 20 гектар. В тушении принимали участие силы и средства ДЧС Павлодарской области, природного парка, местных исполнительных органов, а также добровольные противопожарные формирования. Пожар ликвидирован 19 июля в 19 часов 50 минут. В результате степного пожара, произошедшего 13 июля на территории города Экибастуз, между селом имени Маргулан и границей Карагандинской областью, площадь горения сухой травы составила 127 гектар. В тушении принимали участие силы и средства ДЧС Павлодарской области, пожарные посты местных исполнительных органов, а также добровольные противопожарные формирования. Пожар ликвидирован 14 июля в 7 часов 35 минут. В ходе проверочных мероприятий по данному факту установлено, что в результате возгорания произошла гибель мелкорогатого скота жителей села имени Маргулан. 16 июля более 1000 гектар сухой травы выгорело в пойменной территории Майского района. В тушении пожара в Малосайринском и Сатинском сельском округе принимали участие силы и средства ДЧС Павлодарской области, местных исполнительных органов, лесохозяйственных учреждений. Пожар ликвидирован в 4 часа 30 минут 17 июля. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, в связи с повышением температуры воздуха, департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области убедительно просит соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесных массивах, пойменной территории, а также на дачных участках. До новых встреч!